Всем привет! В этом видео мы поговорим о очень важной и интересной функции популярной радиостанции Baofeng BF38S. Кстати, если вас интересуют вот такие радиостанции, то ссылочки на них на сайт AliExpress будут в описании, и там вы сможете приобрести их у проверенного продавца. Ни для кого не секрет, что очень часто изделия китайской промышленности обладают функциями, которые присутствуют у именитых брендов только в дорогих линейках. Так вот, в эту, казалось бы, простенькую радиостанцию, радиостанцией называть ее громко, рация, производитель встроил инверсионный скрэмблер. Ну, давайте сперва разберемся, что это такое и как оно работает. Скрэмблер в данной ситуации выполняет функцию защиты своих данных от постороннего доступа. Очень часто многие люди думают, что эту функцию можно реализовать с помощью субтонов. Но это совсем не так, и данную историю я детально показал в видео о субтонах. Ссылочка будет в описании, если кому интересно, можете ее просмотреть. Как же работает эта функция? При активации на передающей стороне данное устройство инвертирует сигнал по особому алгоритму, то есть маскирует речь, от того, простите за тавтологию, еще и называется маскиратором речи. Если на принимающей стороне не будет включен этот алгоритм, то мы попросту услышим в динамике некоторую абракадабру. Но если будет задействована обработка по алгоритму передающей стороны, то в динамике будет слышна абсолютно понятная для нас речь. Как же включить эту функцию в рации Baofeng? Сделать это можно только в процессе перепрограммирования с компьютера. Как это делать, выпущено видео, ссылочка на него есть в описании, просмотрите. Что же касается самой функции включения скрэмблера, то за это отвечает у нас параметр BitShift. Причем, ну, это, наверное, все понимают, для правильной работы нужно включить этот параметр на всех радиостанциях в группе. Само собой, разумеется, что это самый простой скрэмблер, но все же повысить безопасность своих данных вы сможете в несколько раз, поскольку многие пользователи не то что не знают, как эту функцию включать, а даже не догадываются о ее существовании. Теперь давайте проверим, как это работает на самом деле. Значит, для эксперимента у нас есть две радиостанции Baofeng 38 и Baofeng UV5R. Значит, будем вести связь на первом канале PMR. В этих двух радиостанциях включен инверсионный скрэмблер. Здесь же просто чисто все у нас. Просто введена частота. Проверка инверсионного скрэмблера радиостанции Baofeng. Прием. Как видим, никаких проблем со связью, все прекрасно слышно. Теперь же попробуем передать с такой радиостанции на нашу обычную рацию. Посмотрим, что у нас получится. Итак, вы сами прекрасно убедились, как работают эти функции в радиостанциях. Если, еще раз напомню, вам нужны эти рации, ссылочки в описании. Если видео вам оказалось полезным, ставьте обязательно лайки. Не понравилось видео, тоже ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Вопросы, если какие-то возникают, задавайте в комментариях.